showing punishing power prior to his last three fights. Рамирес повыше. У него черные трусы. Juan Carlos Ramirez, gutsy, determined. Очень плотно прикрыт мексиканец. Просто эхо бушует под куполом арены. Фрейтес пробует его на прочность. Бьет сразу, жестко. Бьет по защите, не смущаясь. И, в общем-то, я бы сказал, вот этот... Рамирес знает, сколько весит удар Фрейтеса. Поэтому, видите, старается быть прикрытым постоянно. Противника под прицел. Вы, наверное, заметили. Ну, растягивать бой подлиннее, делать его длинным, а бой-то чемпионский, 12 раундов. Это, конечно, хороший совет вот этих всех раундов. Это выдержать сложно. Но идея тут заключается в том, что чем длиннее бой, тем меньше шансов пропустить удар. Он же вкладывается в каждый удар. Действует в таком силовом плане. Поткнулся Фрейтес. Фрейтес хозяйничает, как хочет. И вот сейчас Рамирес начинает действовать в ответ с боя. То есть частота боевых действий может дать выигрыш мексиканцу. Потому что, как любому нокаутеру, Фрейтесу нужно упереться, что называется. Попал Фрейтес. И здесь уже, что называется, иду на вы. Рамирес сам это затеял. Не знаю, как вам кажется, а мне думается, что не было там нокдауна. Да, характер не занимать мексиканцу. Рефери считает, что удар был ниже пояса. Он, конечно, был. Коснулся перчатками пола, значит, нокдаун. Ну, в общем-то, надо смотреть. Фрейтес попадает. Ну да, прямо скажем. Рефери неплохо бы все-таки перевести в низшую лигу. Ну, будет считать. И на каком взрыве действует. В общем-то, вот этот сумбур... В общем, добрый старый бокс на ваших экранах. Тот бокс, которым наслаждалась публика еще в 30-е годы. Теперь немножко суетится и Фрейтес. В общем-то, это его стиль, попытка сломать противника. Все удары с одинаковой силой под разными углами.
Вот такой размен произошел. Помогает, явно помогает мексиканцу рефери. Там идет просто избиение уже. Пропускает удары, уже не может устоять на ногах. Публика вскакивает со своих мест, и рефери бой останавливает. Только эмоций. Латинцы не держат в себе свои эмоции, выплескивают их наружу. Завидное качество, должен вам сказать. Я знал, на плакате написано. Ladies and gentlemen, we have the time of 19 seconds in round number 4. A referee in charge, Gino Rodriguez, stops the contest. He's the winner by way of technical knockout, still undefeated, and still champion, Acelino Popo Freitas.